Беларусь – страна экспортоориентированная. Для предприятий важно иметь выход на международный рынок. Это объемы сбыта и валютные расчеты, узнаваемость бренда. С каждым годом проводится все больше мероприятий, целевая направленность которых – поддержка и развитие экспорта. Не исключение и состоявшийся в городе над Бугом семинар. По словам его организаторов, сегодня важно помочь найти свой экспортный путь тем предприятиям, которые еще никогда не работали с поставками продукции за рубеж. Специалисты утверждают, гораздо сложнее определиться с первыми зарубежными покупателями, чем потом развивать уже существующие контакты. Поддержка в деле выхода на международный рынок не помешает ни одному субъекту хозяйствования, вне зависимости от объемов производства и опыта работы. Но малый бизнес, как правило, нуждается в ней больше остальных. Малый бизнес есть малый бизнес. И для того, чтобы выйти на экспорт, нужны деньги в ту же Российскую Федерацию, понимаете, чтобы занять какую-то нишу. Это очень трудно. Легче выйти, у кого уже есть, и развивать, чем выйти новому, и это не один год, не два года. В рамках семинара состоялись презентации нескольких проектов. Они были рассмотрены в июне на заседании правительства. Сегодня, после подписания национальной программы экспорта Беларуси, инициативы презентуются широкому кругу лиц. В частности, в ходе семинара представлены возможности Европейской сети поддержки предпринимательства. Она объединяет 26 миллионов предприятий по всей Европе и в некоторых других странах мира. Это большая деловая информационная сеть. Представленные там предприятия не только могут предложить свою продукцию, но и получить инвестиции, найти партнеров. Сейчас эта сеть наиболее динамично развивающаяся. Вот это преимущество, которое мы получили впервые. Только 7 предприятий Беларуси пока в этой сети. Но желательно, чтобы было практически каждое активное предприятие там представлено. Второй крупный проект – выставка-ярмарка «Беларусь предлагает». Она была открыта в Москве в середине июня. Экспозиция будет долгосрочной. До 2025 года огромная территория комплекса «Аврора» передана на льготных условиях в пользование Республиканской конфедерации предпринимательства. Благодаря площадке представители белорусского бизнес-сообщества имеют уникальную возможность более широко представить свою продукцию и найти новых покупателей и рынки сбыта. В соответствии с соглашением мы учредили палату экспортеров. Вот вступая в палату экспортеров, вы получаете возможность, но представьте, первые 6 месяцев квадратный метр площади стоит 90 центов. Но рядом в Москве это 30-40 долларов. Вот. А в дальнейшем это порядка 4 долларов за квадратный метр. Причем это стратегическая программа. Территория будет больше в 2 раза, чем была выставка «Белагра». «Белагра» 60 тысяч метров. Здесь будет представлено, должно быть все. И продукция, и машиностроение, и пищевая промышленность, и агроэкотуризм, и услуги, и медикаменты, и строительные услуги. То есть все, что в Беларуси есть. Анастасия Стропко, Юрий Киндин, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук ТВ».